Сегодня состоялась внеочередная сессия Брестского городского совета депутатов, в которой приняло участие порядка 30 человек. Вопросы, вынесенные на обсуждение, важные и актуальные, а потому требовали досконального изучения темы как со стороны докладчиков, так и пристального внимания со стороны участников. Я считаю немаловажный вопрос, который касается также празднования нашего миллениума, тысячелетия города. Это учреждение почетного знака. 1000 лет городу Бресту. Описание, утверждение, положение, все это процедура, которая требует утверждения на сессии городского совета депутатов, и мы сегодня этот вопрос также постараемся решить. Один из первых и главных вопросов о присвоении звания почетного гражданина города Бреста Николаю Кузьмичу. Николай Петрович внес значительный вклад в современное искусство Беларуси. Талантливый автор работает в области ювелирного искусства в технике древневизантийской перегородчатой эмали 12 века, является мастером, сумевшим возродить утраченное искусство и воссоздать национальную святыню – крест преподобной Ефросини Полоцкой. Число его наград не перечесть. С инициативой присвоения высокого статуса почетный гражданин города Бреста выступили администрация Московского района, областная организация общественного объединения «Белорусский союз художников» и Брестская епархия. Николай Петрович – это достаточно уникальный пример профессионала, который преуспел и преуспевает не только на профессиональном поприще своей деятельности, но и активно участвует в тех общественных процессах, которые происходят в городе, не только как член Союза художников, но и как активный гражданин. Решение принято. Талантливый художник-ювелир в 2019 году удостоится высокого звания «Почетный гражданин города Бреста».